Кукуна всем. Так, Света еще так и не пришла. Где-то носится. Как и я вот это с компрессором ношусь. Короче, сейчас очередь второй этаж. И шестигранник. Валера только что был на продувке. И вот этот аквариум. Потом мальки снова следующие. Следующие мальки. Артемия легла, соответственно, не буду я на нее тратить заряд. Батареек уже поехал, купил 8 штук, потому что садятся, как я не знаю, очень хорошие батарейки. Не надо в комментариях писать, бери Duracell, были бы, я взял бы. Короче, что-то мастрики меня волновали, но я им поменял воду, им стало намного легче сразу. Гупёк еще не продувал, пока еще не всплывают, в общем, как-то нормально. Что тут? Это тоже аквариумчик еще не продувал я. Корики. Корики что? Корики выныривают уже оттуда. Продувается шестигранник. Уже начали нырять снизу вверх. Тут у нанцики уже подтягиваются. Наверх. Так, Пеппа уже дулась тоже. Пошли глянем на Пеппу. Креветка вся была у нее наверху. Как-то так. Телефон заряжен. Ага, так. Беляш уже наверху. Пеппа продувалась, креветосы, улитосы, ага, хорошо, меня астрики поначалу, я вообще думал, малые сейчас лягут все, а ну оказалось, не, наоборот, астронутусы легли, чьи, думал, могут лечь, ну сейчас вот нормально, водичку им 50 на 50 сделал подмену, купил, поехал воды, пока еще была, в общем, мы без воды, без ничего пока сидим, ну то такое. И наливал так, булькотело там во все щели, короче, булькало так, что ой-ой-ой. Ну, нормально пока еще, они еще терпимо, видите сами. Так-с. Ну, в общем, как-то так. Ага. Все тут нормально, все живы-здоровы. Эта икра вообще не вышла, ни одна эта, короче. Что-то вообще ни одной личинки не было, но я уже раньше еще воздух отключил, вылить надо. Короче, следующие малыши-карандаши. Ну, кому интересно, можете подписаться, когда Света придет. Значит, видео выйдет. Кто останется в живых. Все, покетухи всем.